советского спортсмена Алты Араздурдиева. И, как видели, попытка была прекрасной. Вы знаете, мы не сразу же включили наш видеомагнитофон, потому что вышла целая группа из именитых спортсменов, и все почему-то споткнулись именно на этом весе. Из Ашхабада, прямо скажем, открытие нынешнего сезона. Я не боюсь забегать вперед, не знаю, как он завершит эти соревнования, но то, что он выиграл чемпионаты мира и Европы среди юниоров и получил право выступать на взрослом чемпионате мира, это уже говорит о многом. Вчера мы приветствовали нашего отличного штангиста из Ленинакана, Исраэла Меритасяна. Вы знаете, довольно-таки редкое явление. Вчера в этом маленьком зале 6 раз звучал гимн Советского Союза. Спортсменов награждает сначала за победу на чемпионате Европы в 2 упражнениях и в двоеборье, затем в чемпионате мира также. Итого 6 раз появлялись атлеты в разных, правда, сочетаниях, и только постоянно на высшую ступень пьедестала почета поднимался молодой ленинаканский штангист Исраэл Меритасян. Впервые стал чемпионом мира и Европы. Итак, 160, это вторая попытка Раздурдиева. Ай, неудача. Такой мощный рывок. Вот посмотрите, как уходит штанга далеко назад. Обидно. Ну, сейчас на этот же вес идет. Попытка осталась у нашего Раздурдиева. Я думаю, что надо не торопиться, спокойно все рассчитать. Конечно, нам легко говорить, сидя в комментаторской кабине, но это совсем мальчишка. 20 лет только недавно исполнилось, юниор. И вот сейчас ведет с сильнейшими атлетами, такими как Вербанов, Сокочи, Кайяншу, ведет борьбу на взрослом уже мировом помосте. Ну-ну-ну-ну, надо держать. Молодец, молодец, Алты. Симпатичное открытое лицо этого юного штангиста. Ну что ж, хорошо. Итак, выиграл это упражнение, соревнование в этом упражнении, будем так говорить, Кайяншу, атлет из Китайской Народной Республики. Он вырвал 160 килограммов, но его вес на 50 граммов меньше, чем у Алты Араздурдиева. Араздурдиев второй, и на третьем месте Пабло Лара, атлет из Кубы, 157,5. Тиф имеет преимущество перед своими соперниками, ну, кроме, правда, кубинского штангиста, а вот перед наиболее сильными, я имею в виду, в частности, Варбанова, 10 килограммов после первого упражнения. Но не будем гадать, здесь все-таки, знаете, в тяжелой атлетике все может быть, и достаточно, вот, вы видели нулевую оценку атлета из Китайской Народной Республики. 195. Легко встал. Надо очень важно вот взять этот вес. Очень важно. Первая попытка. Он идет, так сказать, вровень со своими основными соперниками. 195. Кто сейчас выйдет на помост? Вот посмотрите, как дебютант чемпионата мира справляется с этой штангой. Андрей Сокоч, Алты Араздурдиев. Вторая попытка, 200 килограммов. Ну, надо постараться, постараться. Молодец, молодчина. Вот так
20-летний спортсмен на равных выступает с трехкратным чемпионом мира. Молодец. Я уж приоткрою вам хитрости нашей телевизионной, уважаемые товарищи, но мы стараемся как-то сэкономить время, ликвидировать паузы между подходами. И когда еще не объявили Алтая Раздурдыева, я сделал команду «Стоп!» И чуть было, вы знаете, мы не прозевали попытку нашего спортсмена. Но вот так бывает в нашей практике. И у Алты сейчас 360. Так что он бесспорный лидер. Варбанову, конечно, надо много выигрывать. Много выигрывать. Надо идти, наверное, ва-банк. Так же, как и вчера болгарский атлет пошел ва-банк, пытаясь переиграть Исраила Меритасяна. .220 объявляют выход советского штангиста. Но надо понять Варбанова, он здесь уже должен, подчеркиваю, идти ва-банк. Постараться сделать все возможное и невозможное для того, чтобы отыграть проигранное в первом упражнении в рывке. Думаю, что сделать это будет очень и очень нелегко, если не невозможно. Итак, третья попытка Алтая Раздурдыева, нашего дебютанта, ашхабадского атлета. 202,5. Это как раз его лучший результат в этом упражнении. Чемпион мира среди юниоров, близок к завоеванию звания лучшего штангиста мира среди взрослых в полусреднем весе. Ну, не надо здесь торопиться, подождать немножечко, немножечко выждать. И... Ай да умница! Ну, молодец, молодец. Вот теперь пускай уже догоняет его трехкратный чемпион мира. Итак, 362,5 килограмма. Результат в сумме двоеборья нашего дебютанта. Как раз, кстати, это его лучший результат также в сумме двоеборья. 362,5. Какой же вес сейчас закажет Варбанов? Напомню, он проиграл...